Перевела, да, говоришь, да, вообще банк переводят с процентами или без? Да, с процентами. Сколько? Ну, там 15 гривен с тысячи, по-моему, что-то такое. Потому что снимать можно было вчера, в Ощадбанке, не переводя деньги, да. Ну, только 2,5%. Нет, они, дело в том, что они вчера вообще ограничения давали на снятие. Да? Да, то есть там порядка, сколько, 400 гривен, что-то такое. Да, что-то здоровая колонна, ты смотри. Сегодня с утра была. Ну, поменьше, конца, наверное. Конца и края не видно. Я вот смотрю туда дальше, и не видно даже. Даже и не видно. Ты смотри, да, гаубиц сколько много. Вообще не видно конца. Да ну что не видно? Ну когда-то же закончится. Не знаю. Не знаю, сына. Да дай бог, я говорю. Нечего здесь фашистам делать. Я не вижу. Ну вот эти, это 152 миллиметра, да. Слушай, так он каждый Урал тащит, да. Да, каждый везет. Это хорошо.